Доброе утро всем! Хочу поделиться с вами моими впечатлениями. Птички чирикают, птички, птички! Кушары, птичи-чи-чи! Слышите? Пока здесь все так холодно, но летом здесь красота. Друзья мои. Ну что, начинается день деревни. Светлана встала в 9 часов, как невестка. Все встали. Только Адемчик спит. А потом покажу вам о больших переменах, которые произошли у нас. Пошла я готовить завтрак и приводить себя в порядок. Доброе утро. Спортом прыгать надо. Надо его. Ожило в деревне. Все. Турецкая Гелин готовит к завтрак турецкий. Ну, мы тут привезли и сыр, и маслины, и пастурму. А здесь яичницу с суджуком жарю. Здесь испанак Анемчик вчера приготовила, хотела делать бюреки, но мы были сыты. Попозже займусь уборкой, а сейчас будем завтракать. Спросила у Анемчика, есть ли у нее варенье. Такое, как желеобразное у нее варенье она мне дала. Из вишни. Гельды. Гюнайды наш ким, гюнайды. Вот такой. Чатал гетримам. Кавалты. Efendim. Anladım. Afiyet olsun. Amin babacığım. Gel. Teşekkürler. Babacığım уже на базар, pazara gitti. Bakla, patlıcan da aldın. Patlıcan alacağım. Fidan alacaktım. Kiraz fidanı. Aç. И мангал yapacağız bugün. Babacığım bir mangal yapacak. Dur. Bak. Annenle 55 yıldır aynı yolda yürüyoruz. Aha. Beni hiç yarı yolda bırakmadı. 50... Kendisine çok teşekkür ediyorum. 55 лет они вместе, говорит. Расставали, заходили. А сейчас мы что рассказываем, что молодежь женится и сразу разводится. Biz aşkım 4 yıldır. 4 yıl oldu, evet. 4 yıl. Sizden yürüyorsunuz. Aha, biz de yürüyoruz. Ama siz aferinsiniz. Kutluyoruz. Aferin. Видите как? Покушали мы, сейчас мы будем убирать. Сейчас занимаюсь уборкой на кухне, и ну вот все в процессе. Недавно была старшая заловка, она-то все в принципе тут генеральную делала, ну, неделю назад они были. Так что я так, тяп, не то что тяп-ляп, вот что необходимо, сами видите. Начала с газа, с стаканчиков, вот это все. Сейчас вместе с вами хочу показать вам, что, ну, это разрешение, естественно, мамы и папы. У них никогда нет проблем, что я снимаю. Поэтому они разрешили, что у хозяйки, какие шкафчики вот у них, у турецких домохозяек, да. Меня очень многие спрашивали раньше, покажите, как и что. Вот и посмотрим, да. Вот видите, как. Тут пустая посуда, вот, мои хорошие. Так, мне самой было интересно, когда я только приехала невесткой. Ну, а здесь разные пряности. Вот, этот шкафчик закончили. Ну, вот такой красивый холодильник. Здесь Озер, младший сын. Не знаю, наверное, это с кем, с детьми какими-то, не знаю я. Ну, в общем, здесь вот такие вот промерсин. Холодильник, сейчас покажу вам, тоже весь заполненный. Посмотрите, мы тут привезли всего. Там овощи,
В общем, все есть у Анемчика. Смотрят ее дети хорошо. И Бабаджива. Ну и морозилка. Вот. Тоже есть все. Так, а здесь сейчас мы посмотрим. А, и семечки у них было. Вот здесь тоже разные крупы. Вот это фильтр там стоит. Видите, как все в порядке. Крупы по баночкам. Здесь сковородочки. Чайничек там запасной. Ну, в этих шкафчиках вот посуда. И тут двойные. Видите, там еще нормальная. Как они придумали, классно. Я первый раз удивилась. Ну, почему так? А видите, много помещается. Вот. Здесь вот ставят специальную, а внизу стаканов полно. Это на случай, если придут много гостей. Но здесь уже нет ничего. О, здесь для выпечки. Это Анемчик печет. Очень интересно. Ну, а здесь пустые коробочки, пакетики. Все в порядке, все убрано. Так, только мне шкафчики помыть. Ну, а там посуда такая точно. А здесь у нас газовый баллон вот такой огромный. Томатная паста, чай. Вот здесь вот все лежит, стоит. Ну, вот и все. Что бы еще бы хотела вам показать? Здесь у Анемчика фрукты, полочка такая, картошка, лук, яблочки. Так. Я вот хотела просто убрать и поэтому вам показать. Ну, раз уже начала. Здесь у нее, смотрите, что. У Анемчика, что это у нее здесь интересно? А, посмотрите, сколько она хлеба напекла. Вы видите? Такой хлеб. Вот она дала его нам на завтрак. Вы видите, такой хлебушек печет. А вот баба чем там. Вот она какая у меня хозяюшка нас ждала. Ну вот, а здесь они сделали перестановку. Сейчас я это все буду убирать. Тут был большой диван, здесь спал Баба Джим, а здесь сейчас маленький поставили. Остальное я немножко приведу в порядок и покажу вам. Здесь полотенечки, здесь то же самое. Ну все, ждите. Куда-то все делись. Где они? Нейпюрсудусис. А, сажают суан. А, посмотрите нас. Burada temizledin sen babacığım, değil mi? Aferin. Odunlarını temizledik, buraya yer açtık. Buranın toprağı taze, burada olur. Ben de radyoyu, ben soğan dikeceğim, sana da öyle gittim. Aşkım, hadi sen de yap aşkım. Посмотрите nasıl aşkım benim yapıyor. Aferin aşkım, aferin. Çiftçi olduk. Burada soğan yer. Kenarlardan sorumlu ben. Kenarlardan sorumlu bakan. Annem sen üşütmeyesen çorap giymedin. Çorap. Annem kışın şimdi. Ama şey diyor ya ayağım toz olur. Çıkar. Hep üşütmüş daha güneşli. Tak vat. Şu an şeyine dikin ha, tersini dikmeyin. İçeri doğru gitmesin de. Bir kendini akıllı zannediyor babam. Ne tak vat работает они. Ой, дорогие, кисладкие оба они. Ну все, я побежала на кухню. Ну, а я вам покажу сейчас все равно перестановку, хоть я пока еще здесь не убрала. Но покажу перестановку. Вот эти новые диваны они поменяли. Это они привезли из Мерсина. Вот эти диваны. Вот так живут Анемчик Баба Джим. Это первая комната, мы здесь спали вчера. Столько гостей можно на этих диванах принять. Вы себе не представляете. Ну, а это... Такая уютная, здесь так пахнет печкой. И здесь печка такая стоит, я вам вчера показывала.
Все сейчас невестка будет убирать, мыть. Вот здесь лежит Анемчик, вот там лежит Баба Джим. Вот так вот они и живут, мои золотые. Здесь у них шмотки, ну, шмотки, одеяло. Здесь вот такое вот сад у Анемчика. Так же любит, как я. Так, сейчас выключим этот телевизор, он никто не смотрит. Три телевизора у них. Не выключается. Вот цветочки такие. Стирку там Анемчик повесил. Вот такой вид из окна. Не то, что у нас в Мерсине, да? А огород чей-то. Виноград. А, даже посох. Изюм, что ли, сохнет вот так. Вы видите, изюм. Ух ты, интересно. Потому что они все же успевают собирать. Весь урожай. Ну все. Показала вам комнату. Сейчас я иду. Туалет там у меня хлоркой намазан. Иду работать, мои хорошие. Вот машинку сейчас только она сделала. Все, короче, надо чистить и мыть. Потом, может, покажу вам результат. Вот только начала с кухни. Уважаемые друзья, мы будем делать мангал и Баба Джим гюзель сос я пью. А, расскажи, намасали Баба Джим сенде койдун зейч? Я. Я. Салча. Ага, йогурт. Tamam, şimdi... йогурт. А, йогурт, evet. Biraz da йогурт alacağız. Йогурт. Он очень вкусный делает. Он лезет верит. Будем сейчас вот. Йогурт. Мяско и это сос. Да, я попылесосила. Да, йогурт. Видите, какой у меня Баба Джим. А, ben de yoğurt koyduk. Üçünü karıştıracağız. Evet. Karıştırdık. Şuraya koyduk bunları. Bunun yerine koyduk. Şimdi efendim, etimizi yıkayacağız. O tamam olur. Eti yıkayalım. Tuz sonra babacığım, tuz. Tuzu sonra atacağız. Yıkayalım. Hem de suyunu çeker. Ben sana yardımcı yapayım. Dur, babaydu pomogu ему. Все, я помогла ему помыть. Ты какой шустрый. Şimdi ona tuzu atacağız. Biber yapmıyorsun şeyi değil mi? Şeyi atalım, biber. Aha. Biber. Ya hepsi var çok. Az atmayalım biberini, belki acı sevmeyen olur. Kimyon. Efendim şimdi sosunu yapıp üzerine döküp karıştıracağız. Sos yapıyor. İyice bunun içine dökülmesin. Evet. Kalanını temizleyelim. Kalmasın diyor. Тут не осталось, видите, как тыканул. Efendim. Elimizi yıkadık tekrar. Руки помыли. Какой Баба Джим. Чок ты мисс. Баба Джим. Пишмея hazırlanıyor işte bu. İki, bir, iki saat kalsın o. Bu dinlenecek. Pускай... Lezzet olacak o zaman. Evet, vkus будет. Evet. Tamam babacığım, teşekkür ederim. Oldu, teşekkür ederiz. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.